Призывники осени этого года выбирают десант, спецназ и флот. Из 152 тысяч новобранцев, которые до Нового года должны пополнить воинские части, 120 тысяч уже прошли призывные комиссии в военкоматах, а 41 тысяча парней разъехались по полкам, бригадам и дивизиям. Такие данные привел начальник направления призыва Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Алексей Князев. Хотя желающих послужить в очереди у военкомата не выстраиваются, недостатка в новобранцах командиры явно не испытывают. По сведениям Минобороны, особенно популярна у молодежи служба в воздушно-десантных войсках, спецназе и ВМФ. Между тем, сегодня в России отмечают День призывника.